Здравствуйте, вас приветствую. Дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Михаила Осетрова. Многие горожане забеспокоились, когда заметили, что с площадки перед гостиницей «Урал» куда-то пропала скульптура пермского медведя. На самом деле все в порядке. Мишка просто-напросто готовился к переезду на прежнее место, где, собственно, сейчас и находится. Для этого уже оборудовали специальную бетонную площадку, а в скором времени проложат и дорожку, чтобы каждый желающий смог с Мишкой сфотографироваться и потереть ему нос на счастье. Напомним, скульптуру под названием «Легенда о пермском медведе» установили перед гостиницей «Урал» в 2009 году. Потом из-за реконструкции сквера ее перенесли, а сейчас по многочисленным просьбам горожан вернули обратно, под ели. Ведь изначально так было и задумано, будто медведь выходит из леса. С недавнего времени те пассажиры, которые дожидаются общественного транспорта на остановке «Драмтеатр», что на улице Петропавловской, заметили, что со склона по газону бежит ручеек и образует небольшую лужицу на тротуаре. Да, действительно, при ближайшем рассмотрении видно, что из-под земли, пусть не очень сильно, но все же ключом бьет вода. Коммунальщики пока этой ситуацией не заинтересовались. По крайней мере, до сих пор в этих краях замечены не были. Зато пернатые всеми своими силами стараются сделать так, чтобы утечка была как можно меньше. Совершенно иная коммунальная проблема на остановке Макаренко, что на улице Тургенева. Здесь уже не первую неделю разрушается асфальтовое покрытие. Причем на том самом месте, где пассажиры заходят в общественный транспорт или же выходят из него. Благо, водители относятся с пониманием, останавливают автобусы так, чтобы людям было удобно и комфортно это делать без последствий. Но проблему-то это никак не решает. Тротуар сам себя не отремонтируют, бордюры на место не встанут. Так что коммунальщикам все же самим придется этим заняться. Рано или поздно. Но лучше бы, конечно же, рано. Какие только первоцветы мы не снимали за эти 20 лет. И, казалось бы, уж ветреницей нас точно не удивить. И все же это случилось. Удивило. Мало того, что распустилось в самом центре Перми, да еще и необычного желтого цвета. Так такую ветреницу мы видим впервые. И тут же помещаем ее в кадр с сегодняшнего дня. Не оставим мы вас и без телезрительских кадров дня. Пермячка Екатерина Серегина все еще не может забыть праздник Пасхи. Ведь именно тогда она обнаружила у себя на балконе это гнездо. Вот такой сюрприз. На Пасху еще были яйца, а на майские праздники уже вылупились птенцы. Кушать хотят, кушать хотят. Тему пернатых продолжает Любовь Ильина. Но здесь уже совершенно непривычная для весны картина. На календаре у нас почти середина мая, а у них во дворе снегири. На этой позитивной ноте заканчивает работу наша дежурная бригада. Свои сообщения, фото и видео, материалы вы можете передавать, как всегда, через приложение Viber на номер 8-951-952-02-22. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи.